Чтобы привести городские автомагистрали в порядок, выделили больше 3,5 миллиардов рублей. Однако сроки ремонта некоторых улиц отстают от графика. Что сегодня пишут жители Краснодара? Что ремонт начат, ремонт благополучно брошен. Дорог, я имею в виду. И притом брошен на полпути. Еще есть серьезные вопросы к качеству работ. Ну, по крайней мере, так пишут горожане. Потому что они видят, как ведутся работы. Такие огромные деньги. Я не понимаю, вот еще раз, почему такое отношение. Или потому что не могут, или потому что не хотят. Но то и другое меня не устраивает и горожан не устраивает. Город, по факту, оказался перед ситуацией, когда в отсутствии трехгодичного, можно говорить, финансирования по линии дорог никаких работ не выполнялось. Просто, конечно же, качество сотрудников, их профессиональные навыки, они были утрачены. Поэтому в течение этого всего времени проходили работы и в части, и замены, и в службе технического надзора, и сметчиков. В краевой столице сегодня ремонтируют 47 дорог, их общая протяженность более 70 километров. Все работы должны быть окончены до 20 октября. Но уже сегодня деятельность городского дорожного департамента демонстрирует некомпетентность ответственных сотрудников, из-за чего сроки могут затянуться. Зачем вы держите тех, кто не способен работать? Зачем вы их держите рядом? Горожане, они ожидали такого прорыва дорожного, а сегодня вот это ожидание, оно уже равняется нулю. Зачем весь город одномоментно начали ремонтировать? Взяли бы одну улицу, вторую, все вместе на нее набросились, а потом поэтапно бы все это прошли. А если уже взялись, то давайте сроки максимально выполним. Губернатор Кубани поручил обеспечить круглосуточную работу штаба и докладывать о проделанном 2 раза в день.